Я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал. И сегодня мы будем хавать чебуреки. Также у меня имбирь. Добавим барбекю, соус. А вот как-то так вот. С имбиря начнем, пожалуй. Остренький такой. Ой, он весь крошится. Немного холодный. Ну ладно. Вообще. Ты боишься перегреть, не догорел чуть. Ну ладно, нет, так он горячий. Серединка немного холодная. Ну пофиг. Мария, привет огромный. У тебя есть друзья? Нет, друзей у меня нема. Типа. Срослось тогда, не срослось. Можно же тюлень хавать. Кожечка чуть-чуть твердая. Боюсь эти твердые корки хавать. Не буду рисковать, короче. Кем бы ты хотела стать? Человеком с большой буквы. Ну, правда? Человеком. Пью свой любимый самый адреналин. Какая твоя самая любимая еда? Вредная. Тогда сладкая. Макароны люблю. Все, что с ними связано. Люблю вредно, фастфуд. Короче, буду руками брать. Так он весь облобился такой, видите? Нахал. Посоветуй фильмы и книги, которые тебе по душе. К сожалению, книги я не могу посоветовать, потому что у меня вот раньше был список. Я писала все книги, которые мне прям очень понравились. Там всякая философия, психология, вот это саморазвитие, все такое. И такие книжки я записывала. Ставила крестик или минус. Или крестик и минус, ну типа, понравилось мне, не понравилось. Плюс это значит, что можно еще перечитать, если я уже не помню. Я не знаю, где листок. Вот. Ну, как всегда, могу посоветовать Вадима Зеланда почитать. Там трансерфинг, 5 ступеней, еще что-нибудь можно почитать. Еще есть прикольная книга, не помню, кто автор, по-моему, «Сила момента сейчас». Или как-то так называется. Ну, знаете, всякие вот эти книги Нисы. Что-то там пофигизма. Полный отстой вообще, полный отстой. Нисы я даже помню, не стала читать дальше. У всех помню, блогеров видала эти книги, говорят, классно читать. Ну, как бы вот этот пофигизм как-то... Я прочитала все, но больше бы я не стала. Короче, какой-то фуфел. Не сыть, не более просто.
А я помню еще подписана Ник Максер, или как он там. Он в сторис выкладывал, типа, вот эта книга «Несы» и какая-то еще книга. То есть открывает, а там то же самое, только разная обложка. Вообще. Я думаю, вообще класс. То есть книга даже по-другому называется. А про фильмы... Я не смотрю какие-то новинки, я больше люблю, знаете, какие-то старые фильмы посмотреть. И большинство фильмов мне нравятся, знаете, такие артхаус. На любителя вообще. Но не все, но есть. Поэтому, когда меня спрашивают, что ты смотришь, это одно дело. А когда посоветуют, другое. Думаю, вряд ли вам понравится фильм. Ну, многим. Бритоголовые. Все тенденции. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Ах, кошара рвется. Секунду. Мой маленький анархист пришел. Также там «Дети со станции ЗО» или «Я Кристина». Более-менее фильмы там «Треугольник». «Философ». Классный, кстати, фильм. «Призрачный патруль». Вот такие уже более полайтовые. Тоже в год в сторис, помню, видел «Безумный Макс» фильм. Хочу посмотреть, ни разу не смотрела. «Параллельные миры» тоже. Очень нравится фильм. Ну, там, знаете, всякий Джон Уик. Еще есть фильм. А я всегда забываю, как он называется. Ну, и такое все. Посмотрите любой фильм Тима Бёртона. Вообще вот такой. Режиссер. Особенно мюзикл. Суини Тодд вообще. Сиди. Чупакабра сидит сзади. Ты питаешься, чтобы не толстеть во время мукбанга. Ну, вообще, как бы я планирую всегда питаться только на мукбанге. И все. Ну, у меня не всегда это получается. Курица. Я часто срываюсь. Рыбовое долбанное. Жру просто, знаете, каждые 10 минут. Не, ну за последнее время так, знаете, похудела. Ну, если в общем брать. За последние пару месяцев, например, то я похудела. Килограмм. Опять. Но все равно, знаете, сложно. Я не знаю, как получилось так. Но с собой очень сложно совладать. Просто жижа от вас сносит крышу. И каждый прием пищи как новый, знаете. Как будто 10 минут назад я вообще не ел. Поэтому как-то, знаете, когда дежурство, когда нет, просто меня трясет, надо сожрать. Вот я не знаю зачем, но надо что-то съесть. А потом ненавидеть себя. Я надеюсь, вы кушаете вместе со мной. Спасибо вам большое за просмотр, за внимание. Всем счастливо и пока.